have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет. Как бы это ни было странно, мы сегодня с вами находимся в космосе на космической станции. И да, давайте немножко вот так поближе. Если вдруг что, мы здесь уже были один раз, и наше прошлое пребывание здесь закончилось вот этим вот. Но сегодня мы продолжим путешествовать по этому замечательному месту, будем вам показывать всякие места, которые мы не видели в прошлый раз, которые обновили, которые очень прикольные, хотелось бы с вами поделиться именно этими ощущениями, впечатлениями. Поведет нас, как обычно, кот, он у нас профессионал, поэтому вперед, котяра, тебе слово. Что ж, думаю, это злые монстры. Ну как сказать злые? Если они злые, почему они нас не едят? Ну, если сильно по окну стукать, то они так тебе надают. Миночка, а по окну можно стучать изнутри? Да. Да, прикинь, выпустите. Давай, посмотри, что будет, если будешь стукать по окну, посмотри. Выпустите. Ай. Меня отправили на ресет. Я думаю, это вот этот вот волосатый монстр, потому что, ну прикинь, это ж ходячий свитер. Ну, то есть статическое электричество, вырабатываемое этим животным, там можно, по-моему, половину нашего корабля содержать. Ты где? Не обнимайтесь с этим монстром. Пойдем, скоро будет гиперпрыжок. Пойдем, позырим. С удовольствием. Кстати, насчет магического стульчика не спрашивайте, это фишка кота. Магический стульчик позволяет проникать сквозь время и пространство в те места, куда недоступно... куда не сможет проникнуть ни один оладушек без этого магического свойства. Сейчас мы полетим на планету. Главное, чтобы не нафиг. Ну да. Ставь стульчик. Ты хочешь космос, давай, вот. Добро пожаловать. Дело в том, что в прошлый раз мы с вами... Нет, я не достаю до него. Да достанешь, надо будет. Ну не достаю. Не достаешь. Да. В прошлый раз мы с вами выходили в открытый космос, одевали костюм, там надо было летать, но тут есть один маленький читерский метод, мы сейчас пытаемся как раз его проявить. Это не баг, это фича. Слушай, у меня попа не дотягивается до этого стула. Давай боком. Да я не могу, валим боком. Ты его слишком далеко ставишь, надо как-то посередочке. Я когда его поставлю сейчас. Смотри. Ну давай. Вот, все. Как? Ну я умею. Ну я вот же... О, есть, фу. А теперь быстро садись даже боком, да? А, ребят? Я... Начинается кое-что эпичное. А куда? А почему я не улетел? Ну, видимо, у тебя ноги присоски, да? А! А, блин, все-таки улетел. В общем, чтобы не улететь, нужно сидеть на стульчике, собственно, который мне и организовал кот. Блин, он рассыпался. Стульчик рассыпался в прах, потому что тебя, наверное, разнесло. Но я тут, я нормально, мне хорошо. Я думаю, это все от давления. Ребят, по-моему, это становится уже неплохой такой традицией нашего канала. Привет эпилептикам. Потому что у нас в последнее время очень много вещей, которые могли бы убить некоторых из вас. Привет, здесь хорошо, здесь неплохо. Здесь прям, вот мы в открытом космосе, но так и не скажешь. Куда мы? В космос. Не, мы были в космосе, а куда мы? В галактику. Другую котяктику. Ну хорошо. Так, ты фу. Прикинь. Сейчас, я пытаюсь пошпионить, что там написано. Сканер. Лицензия, сканер. Все это является неотъемлемыми частями галактического путешественника. Я не галактический путешественник, у меня этого нету, но, как вы видите, я же не зря говорил, что кот профессионал. Еще я ученый, потому что... Да. Потому что кот. Да, у меня в лицензии написано. Еще у меня есть смертельное оружие. Мы, по-моему, приехали сейчас, минус глаза. А, нет, нормально. Пиу-пиу. Ладно, пошли исследовать новую планету. Поехали.
Внутрь проникнуть можно, опять же, таким же способом. Опа. Сейчас, я случайно сочек. Да я уж проникнул. Ну, ничего, стыдно. Просочился. Забирай стульчик, поехали. Сейчас, я хочу звезду звать. Но они мне не дают. А почему меня скипает отсюда? Я хочу там постоять, и меня оттуда скипает. Ну, это такая защита от таких, как ты. От нубов? Да. Понятно. Да ну, что ж такое? Ладно, просто взорвется уже эта звезда. Вот та желтая? Вот тот кусок сыра, что ли? Да, этот кусок сыра. Я хочу ее взорвать. А как? Ну, в общем-то, тыкаешь на кнопочку и взорвется. Вот, ну, не тот кусок сыра, другой кусок сыра. Вот, звезда Кеплер-11. Ну, что, тыкай. Да блин, он не хочет делать так, чтобы звезда взорвалась. Это вот, надо всё. Вот этот посередине? Да. Давай. И теперь кликаем на большую зеленую кнопку. Зри. А, это мы куда-то выстрелили, да, что-то? Да мы всего лишь звезду взорвали. Ну что такое? Красиво. Жестоко и красиво. Находится. Зачем на научном корабле Ямато-ган? Да пусть. Так, а мы типа столкнемся сейчас с обломками или что произойдет? Да не, звезда. Щепки, получается, из дерева. Как это у тебя звезда сделана из дерева? На атомы, на молекулы. Дезинтегрировалась. Но в щепки это надо уметь. Пошли исследовать новую планету. Поехали. Этот мостик просто сломанный какой-то. Чувак, ты что с тобой? Ты завис? Так кто? Я поднимусь так. Ладно, давай, поднимайся по лестнице. Сколько там? Перед боя посмотрю. Скоро будет апокалипсис. О. Где-то через минуту будет полный звезд. Блин, а вот так вот это выглядит, конечно, эпично, как в кино. Ну что ж, пошли. Да, да, я за тобой запросто. Пойдем. Можно сразу занять капсулы поудобнее. VIP-капсулы, да? Пошли в третью. Она как раз в самом конце. Ну хорошо, давай пустим. Запускай нас. Ровно через 16 секунд будет звездец. 16. А где этот отсчет? Я его нигде не могу видеть, да? Это на моем питбое показано. Ясно. Так, сколько там осталось? Осталось еще 13 секунд. Как это мы тут сидим уже минуту, а прошло 3 секунды? Это как, что значит, время растягивается уже здесь, на борту? Мы на другой вселенной, тут время совсем другое, ты чё? Это нифига тебе не Земля. И почему у меня обивка на стуле в виде космоса? Что здесь происходит? Ладно. Чувак, уже минут 10 прошло. Какого фига? Сколько еще? Осталось еще... Ау. Короче, наверное, неделю пошли. Это работает как в фильмах, там, где взрывчатка должна взорваться через 30 секунд, и ее потом разминируют 10 минут, и остается еще 10 секунд в конце. По-моему, это работает именно таким образом. Какого фига? Пошли исследовать новую планету. По-любому случится апокалипсис. А мы, минуточку, пойдем клонов посмотрим? Клоны. Да, точно. Пошли. По-моему, в прошлый раз мы этим не занимались. Тут есть клономат. В общем-то, какой можно открыть его. Сейчас откроется. Парень просто на кнопке стоит, поэтому не открывается. Чувак, ну сдрысни. Тыщ. Пустите. Он кнопку сломал. Что? Может, мы его сломаем? 2%? Алло. Блин. Вали отсюда. Ой, это что, Халк? А, нет, ну, нормально.
Я его выгнал. Круто. Как теперь разблокировать клономат? Он сломал кнопку, стоя на ней. Вот он, тварь. Ладно, пойдем на лутон. Шанс неудачи 2%. Ладно, поехали. Но к клономату мы обязательно еще вернемся. В общем, ребят, кто смотрел фильм «Муха», тем будет очень интересно посмотреть на результат клона, потому что если ты просто один туда заходишь, там выходит такой же, как ты. Но если вас туда заходит двое или трое или что-то такое, то клон получается чем-то общим между вами всеми. Выходит очень весело. Хотелось бы посмотреть, какой клон выйдет, если мы туда вдвоем залезем. Блин, ты сейчас эти костюмы, которые будут взрываться, поломчик разбил. Ну бери уже. О, тебе повезло, не взорвался. Хлеб в открытом космосе. Так, 13 секунд. И здесь 13 секунд. Ну, короче, везде это тайна 13 секунд. О, нет, это не каждый отряд. Не будет апокалипсис. Значит, не будет. Я в костюме? Не, в шапке. Есть. Поехали. Нам что, на джетпаке придется лететь? Да. Нет, я думал, мы будем как-то по-человечески добираться. Мы в открытый космос выходили в прошлый раз. Давай на желтую планету. Планета где вообще? Как мне остановить вращение? В общем-то, первое лицо. Давай просто попади уже на это. О, я на ней. Я не могу, потому что меня закрутило, я не могу остановить просто вращение. Просто первое лицо и все. И целься на планету. Ёлки. Это кусок сыра. Ну, в принципе, повыше. А-а-а, стой. Да ты управлять джетпаком не умеешь. Да? Как ты вообще на корабль попал без вращений? Давай повыше или повыше. Почему? Чтобы попасть на планету, давай. Да ну я же вперед жму, что ты делаешь? Так. Space нажми. Вот, давай, пока не попадешь где-то. Вот, все. А теперь вниз. Я перелетел. Кто тебя учил вот же так летать-то? Никто! Ты же космонавт! Как какой я космонавт? Я заранее сказал, что я не космический путешественник. Лети вперед, пожалуйста! Да неужели ты пришел? Есть, я приземлился. Теперь мы можем обогатить наши познания путем прочтения вот этой вот надписи. Давай прочтем эту странную надпись на древнегреческом языке, которая находится непонятно где. Да, ноги при этом тяжелеют. И начинается вот это. Это немножечко займет времени, но поверьте, после этого ваш мозг сломается. Вы обретете всемирные знания. Полный разлом мозга. Гарантирован. В моем мозгу так дырочки были. Ну что ж, я думаю, после этого можно вполне ресетиться, потому что персонаж после такого все равно не выживает. Почему мне только одну ногу отпустили? Сейчас надо тебя починить просто. На, чинись. Ключом по голове, спасибо. У меня и так мозг сломан. Ну это у всех в играх работало. Мозг, давай. Я верю в тебя, ты починишься. Видишь, вроде работает, не потакаем. Кстати! Давай, попробуем уйти. А мы отсюда уже не уйдем. У нас тут низкая гравитация, но выпрыгнуть отсюда не можем. И джетпак не включается. Let me out! Ладно, видимо, ресет. А обратно на корабле. Таким хитрым образом. Пойдем попробуем еще раз клономатик. Ты где?
А, вот, вижу. Я Пойдем. вот тут. Идем клонировать. Пусть, пожалуйста, кнопка уже будет рабочая. Мне очень Ну-ка. Хочется потыкать в кнопочку. Нет. Это он же? Это его брат, наверное, он. Что он наделал? Давай я вообще посмотрю, кто в этой машине. Там никого. Конечно, там никого. Что? Погоди. Сила великого стула. Я там! Я там! Дай стул. Он так, там. Чувак, а мы... А ты уверен, что мы тут не застряли? У нас есть стул. Ребят, если нас смотрят клаустрофобы, то вам тоже большой привет. Давай выбираться. Блин, сломали клономатик, это обидно. Стул не ставится! Помогите! Помогите! У меня есть волшебное решение. Ресет. О, поставился! Ну-ка. Ну-ка, давай, выходи отсюда. Ты сможешь, я верю. Есть. Давай, это сделаешь. Минуточку, а вот этих можно как-то, ребят, смешать? Они ж тут не просто так ставят. Да нет, это просто костюм. Ладно. Пойдем, я тебе покажу реактор. Какие там дебилы работают. Ну, это же стандарт, что на реакторе обычно работают именно вот, вот такой тип людей, да? Выпусти меня. Нет, пойдем. Нет, не иди туда, нет! Ты что, не спроса видишь эту базуку, да? А, это базука. Я только сейчас увидел. Ладно, идем. Ты сутулый, что ли? Что? Нет. Прикинь, ты шпион собак. Собака сутулая. Кот. Ладно, нормально. Так, что тут у нас? Пойдем посмотрим. Исправить, в смысле, тыкать во все красные кнопочки? Нет, не тыкай во все красные кнопочки, пожалуйста. Ладно. Так я вроде... Температура ядра, офига себе! Не бойся, поскольку надо сильнее 3000, ты, короче, можешь посчитать все на бумажке. Смотри, иди сюда, посчитай на бумажке. Вот тут, да? Да нет, на другое, вот, тут же... Вот, берешь такую бумажку и все, и читаешь. А она не берется. Да ну что же, за бумажку сломаешь. Ладно. В общем, ты как-то можешь видеть. Что у нас тут происходит? Расскажи. Ну, как только температура реактора достигнет 3000, то все, без корабля. Это будет еще долго. Ладно, идем отсюда. Тут какой-то дебил хочет себя исправить и нарушить 7-7, ну, это не наша проблема. Топливо, кислота... Если прыгнуть, кислота, наверное, не буду этого делать. Блин, у меня такой кадр сейчас прикольный с твоим котярой на плече. О, еще один гиперпрыжок будет скоро готов. Кстати, ты можешь покушать эту сраную конфету. Я ел в прошлый раз, спасибо. Ом-ном-ном. Пойдем покажем то, чего ты еще не видел. Угу. С удовольствием. В новой серии должны же быть какие-то новинки. У нас пока что какая-то серия обломов. О, вот эта штука. Windows. Windows. This is quantum mechanics. What's the madness? Ну, бла-бла-бла. Не понимаете форму. Да, тут у нас кресло виртуальной реальности. Садишься и... Опа! Если что, там есть кнопка, которая называется «Нажмите здесь, чтобы выйти». Да, я знаю. Я думал, может, есть кнопки еще как покрутиться. Это та планета, где мы были. Только мы можем понаблюдать безопасность расстояния. Ничего себе, ты посмотри через планету на меня. Погоди, нет, с другой стороны. Подойди с другой стороны. Это что, не так работает? Просто код планетарных размеров. Просто у меня все очень широкое. Ничего, что у меня такой ник Wide. Ничего себе. Зайди-ка еще раз это. Зайди. Ничего себе, ты весело выглядишь.
Ноль. Так, а что тут за капсулы? Почему они тут и есть там, и есть тут? Почему они разные? Или просто... Ау, выпустили. Да, в общем-то, когда взрывается реактор, и ты хочешь спастись, вот такая вот... Синий экран смерти. Так, чем ты еще можешь заняться? А, вот ямочка. Тут можно, кстати, потыкать всякие кнопочки. И плюс и минус нажми. А, это будет выглядеть как будто космос. Да, прикольно. Так, хорошо, где ты? Что ты? Ну, по ступенькам вот, вот ты, да, вижу. Тут комната кислорода. Комната кислого урода. Добро пожаловать. А тут, если что-то сказать, то это отобразится на всем корабле. Где-то. Вот, допустим, смотри. Та-дам! Ты представился? А, ну... Обычное такое имя. О, гиперджамп. Давай. Хайперджамп. Протокол. Садись. Почему? А почему? В принципе, логично. Ну ладно, я тогда на удобном сиденье со спинкой посижу. А я на табуретке буду в гиперпрыжок входить, серьезно? Решил ответить. Что написано? Ты в чате кто-то сказал, ты идешь. Кто-то силой мысли со мной говорит. Интересно, на какой планете? Сейчас увидим. О, вот так звука, кстати, нету. Мы попали в червоточину. Перелеты такие длинные, ну нет, как бы это прикольно, все дела, ну просто не ожидаешь, что каждый из них будет длиться столько времени. А вот это топливо сверху, это прям то, что реально можешь заправить, ты говорил, да? Да. Блин, прикинь, они реально хотят обезопасить корабль, они делают так, чтобы температура реактора становилась ниже и ниже, и они хотят сделать ее стабильной, ну что же такое? Ну, в принципе, люди делают правильно, наверное, да? Да нет, надо же взорвать корабль. Улететь на неизведанную планету. Неизведанную? Наверное, неизведанную. Неизведанную. Нестоптанную, неизведанную, неслыханную, неизнюханную. Так может продолжать долго. Так, а мы сейчас к другой какой-то планете прилетим. Да блин, прилетай уже, наверное, а, корабль. Понимаешь, у нас двигатели отключены. Но мы же уже находимся в прыжке, то есть, по идее, ворп-пространство должен... О! О, какое-то белое. И... Кольцо! О, собственно, откуда мы и начинали наше путешествие, оно у нас закольцевалось. Ух! Шутки за 300. Ладно. Сейчас мы пристыкуемся. Я ухожу отсюда. Это угроза? Коробка! И что? Это мой дом. А, ну, собственно, да, еще я удивляюсь. Кот увидел открытую коробку и такой, коробка! А сесть никак нельзя? Я вижу еще одну коробку. А это просто ржавые, это просто такое ощущение, как будто кто-то какашки размазал по полу. Я хочу поставить туда стул. Не надо. Вселенная схлопнется от такого маневра, не надо. Я это сделал. Я сижу. Левитация на табуретке. Смотреть без смс регистрации просто. Почему я вообще это сделал? А. Так, ладно, допустим. Пойдем. Это был нуб. Блин, люди выполняют свою работу. Ну что ж такое? Это что вы хотите сказать? Сегодня я увидел нуба. Завтра я узнаю, что двойка существует. Вы чё?
так не работает. Погоди, а вот эта штука? Что именно? Вот нет, этот рычаг. Нет, не тыкай на всякие рычаги, пожалуйста. Но я хочу. Хочу, да. Ладно, ребятушки. Очень жаль, что у нас клономатик сегодня не работает. Тогда, я думаю, на этом будем завершать серию. Тут есть еще чем заняться. Разрабы постоянно дополняют игру. Тут куча всяких интересных вещей. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодышек. И всем пока. Всем пока.